Очередной открытый диалог состоялся сегодня в городе. Над Бугом его участники – представители Следственного комитета Белорусского республиканского союза молодежи, а также иных заинтересованных структур. На повестке дня – безопасность в виртуальном пространстве и реальной жизни. Основное внимание было уделено вопросам профилактики негативных явлений, распространению которых способствует интернет. Мы совместно с другими ведомствами ищем новые формы и методы, как заинтересовать молодежь, ведь, согласитесь, всегда делается выбор и подросткам, и взрослым, и мы хотим совместно с подразделениями Белорусского республиканского союза молодежи доводить до молодежи, до несовершеннолетних те моменты, которые свидетельствуют о том, что жизнь прекрасна, если правильная мотивация, если есть интерес, есть стремление, можно добиваться хороших результатов, быть счастливым и успешным. В диалоге приняли участие представители подрастающего поколения, которые не понаслышке знают о том, каким непростым делом бывает создание безопасных условий труда и отдыха. В первую очередь речь идет о молодежных отрядах охраны правопорядка. Всего на Брещине функционирует более 120 таких формирований, объединяющих порядка 2000 человек. Отряды уже сотрудничают с некоторыми государственными структурами в части профилактики. Хотели бы наладить подобное взаимодействие и с брестскими следователями. Хотелось бы больше узнать о работе Следственного комитета. Ребята из молодежных отрядов охраны правопорядка активно взаимодействуют с разными субъектами профилактики. Эта работа необходима, так как если мы задействуем всю систему профилактической работы, то, конечно же, ребята будут больше получать опыта, тем самым развивать свой творческий потенциал и, возможно, в перспективе будут устраиваться именно на службу в Следственный комитет. Непосредственно диалог – главная, но не единственная составляющая мероприятия. Для того, чтобы ребята узнали о работе следователей больше, была организована небольшая экскурсия. Представители комитета продемонстрировали гостям возможности передвижной криминалистической лаборатории, а также рассказали о содержимом чемоданов, с которыми специалисты выезжают на места происшествий. По отзывам участников, мероприятие получилось насыщенным, интересным и полезным. Такие мероприятия довольно полезные, потому что наши ребята с моего отряда МОП ознакомливаются со Следственным комитетом и так далее. Ну и мы многие раньше, где были, намного нравятся такие мероприятия. Познавать все-таки этот мир милиции и так далее. Интересно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.